что для своего номера лазерные мечи Андрей сделал самостоятельно. Андрей — это наш следующий участник. И на них он израсходовал 2 микроконтроллера, 15 метров светодиодной ленты, около 10 резисторов и выбрал 9 разных транзисторов, пока не нашел с минимальным сопротивлением. Разработка конструктива заняла 1 день, а сборка и программирование микроконтроллеров заняла около 100 часов. Да уж, действительно, очень инженерный и творческий подход к конкурсу. Встречайте, мистер факультета оптика и информационных систем и технологий.